Значит. Спасибо, как будто стихотворение рассказал на память, я не знаю. Идем последнюю вот речь, мне надо еще над этим поработать. Общение. А, ну все нормально. Да. Ну, первый куплет мне не понравился. Со второго куплета, да, разогнался, мне понравилось. Как бы я ставлю, да. Плюс. Я тоже ставлю, да. Спасибо. Мне понравилось. Ну, вот так. Я хочу сказать длинную, долгую речь. Но при этом, да, чтобы... Ты не волновался, я говорю «да», потому что мне понравилась техника исполнения, вот особенно во втором куплете, как Егор сказал, правильно все. Там ты действительно уже показал, что ты умеешь, у тебя замечательная ритмика, там перебежки, даблтайм, все здорово. Но мне кажется, тематика песни, ну вот именно сама форма, опять же, то есть как-то слишком чересчур эпично и очень как-то, ну, переиграно, что ли, не знаю. То есть попробуй какой-то другой материал подобрать. Но... Никита, хочу сказать, что эта тема очень близка мне, на самом деле. Я очень сильно верю в Бога и очень давно хотел эту песню написать. И, наконец, вот буквально месяц назад я ее записал. И
Она мне очень близка. Не, он имеет в виду то, что просто на колени вставать лишним было. А лишнее, так я думал, тут сценический номер как-то будет. Нет, ты правда, я тебе как раз об этом и сказал, что мне кажется, чуть переиграно. Ну вот лично мое мнение, но при этом я чисто технически, с технической стороны, я тебе говорю, да. Большое спасибо. Исполнял свой персонал. Я скажу нет, потому что мы выбираем артиста, и поэтому человека, который падает на колени, при этом будучи закрытым внутри, исполняя такой трек, это серьезная работа над собой. Есть такой термин, называется внутренний контур. И вот в этом направлении нужно двигаться. Поэтому я говорю нет по этой причине. Ты уже проходишь четвертьфинал, тебе уже три ножи сказали «да», я скажу тебе «нет», у меня было такое половинчатое чувство, но даже мы помним, что вначале ты запнулся, это уже вопрос профессионализма, падать на колени, при этом ты говоришь, ты верующий человек, ты часто молишься на коленях, сам себе задай вопрос, можешь не отвечать, а потом скажи, имеешь ли ты право показывать то, что ты не делаешь на самом деле на сцене, если ты в это сам не веришь. Я просто это вижу, это видно. Если человек верит в Бога и не падает на колени, и на сцене падает, это видно. Поэтому пока нет, но ты уже прошел, есть куда развиваться, ты сам все знаешь. Мне просто сказали, что будет немножко в тему. Как бы. Может, это лишнее? Вот даже если это задумал. Мне кажется, стоит выбрать менее серьезную тему. Вот это плохо. Да, мне тоже кажется, что менее серьезную тему взять себе. Ты молодой, интересный, тебе что-то такое молодежное, кочевое. Да, слишком серьезная для тебя тема, ты ее еще не пережил внутри, чтобы нести это в зал. Да. Желаем тебе удачи. Ну и один нюанс, хорошо, что ты написал этот трек не три дня назад. Это обычно у рэперов бывает. Да. Она часто приходит, извините, я текст забыл, просто вчера написал его. Все? То есть пободрее, да, что-нибудь посоветуете? Ну, советуем, да. Пободрее, давайте. Пободрее. Ладно, спасибо, очень ваше пожелание. До свидания. Спасибо. Наймокс. Вот так правильно это называется. Артист, да, готовится маскат. Ждем команды нашего режиссера. Можно пока проверить микрофон, чтобы у нас не было. Все работает. Как правильно, кстати, называется? Норимокс. Норимокс. Хорошо. То есть первые три моды. Да. Каждый своих ощущений. Кошмар. Да, какие ощущения тут. А, да, у нас на колени падают. Да, лишнее оказалось, на колени падают. Начинаем. Лишнее, да? Да, косяк. Все-таки не то, что кажется, что это здорово. Можно выйти, обернуться, как это не нужно. Когда обеда не жарят, чему нам еще ноги покроет нужды? Ладно, живее, чем мы были, все любые, покрепи рутины, только ворвал на те точки. Скажу, между прочим, в квартире холодно, в любой темной ночи, на мне ничего, в школу заливало, только честный. Но довольно не стакана одиночества, не повод, должен быть на поводу положить. Воздух в ладони, любому не захватить, не так скажешь, дурак, и только не проверить.